Одна минута. Ready on the start area. Второй круг, номер 22. Поделитесь впечатлениями, как дистанция, как настроение? Настроение классное, погодка поспособствовала сегодня, солнышко. Дня подготовлена идеально, спасибо организаторам. Ну и вообще, самый высокий уровень здесь, в Коми. Ну, не зря он считается здесь спортом номер один в этой республике. Поэтому спасибо за борьбу всем. А как, легко далась дистанция? Или были какие-то сложности? Последние 5 километров очень тяжело, потому что и темп поднялся, и соперники тоже сильные. Поэтому я доволен вторым местом. Задача минимум выполнена. Я здесь второй раз, когда-то был на чемпионате России. Для меня это очень хорошее место. Я когда-то выиграл здесь 30-ку и с удовольствием приехал снова сюда, учитывая, что здесь очень, ну, шикарные условия для проведения соревнований. А сегодня с каким настроением вы выходите? С хорошим настроением, как бы я двукратный чемпион мира, и хотелось бы еще быть трехкратным. Ну, посмотрим, сегодня покажет день, потом завтра, послезавтра, вот. Но будем стараться. Поражен, восхищен вот лыжной трассой, гостеприимством и организованностью.
организации вот этого праздника лыж, солнца и... Ну, это тусовка, это сабантуйчик такой лыжников. Nice, very nice. Peace. And the pistes are very, very good. Yeah, so we like that. Иван Александрович, вы сегодня принимаете участие в соревнованиях? Нет, или пришли посмотреть? Нет, не посмотреть. Мы работаем здесь все. Мы же члены оргкомитета, поэтому занимаемся организацией, чтобы все проходило нормально, чтобы судейские работали, бригады нормально, чтобы на пунктах питания все было. Ну, то есть каждый делает свое дело. Спортсмены вообще очень довольны организацией, как приема, так и лыжного стадиона. А что вот вам высказывают они? Они тоже высказывают, благодарят в основном за то, что трассы хорошие, за то, что организовано хорошо, за то, что церемония открытия действительно понравилась, она была шикарная, и все получили хороший эмоциональный заряд, поэтому вот при таком солнышке все с хорошим настроением бегут. А вечером будут награждения, так что победителей будем чествовать.